Здравствуйте! Вы на канале Шмыгля Резидент. Меня зовут Алина. И я сегодня сделаю кратенький такой обзорчик моей лобелии и петунии, статица, вербена и еще там сухоцветы. Надо почитать. Страфлавр там. Сухоцвет, в общем, сухоцвет. И немножко рассказать о моей досветке дневного света. Простая досветка дневного света. Вот этой лобелии сегодня 20 дней. Она была посаженная 6 марта, а сегодня 26 марта. Ей 20 дней. Посмотрите, какая она красивая, какая она пышная. И я 13 марта делала обзор. Посмотрите, какие корешки у нее. Ее срочно надо садить, ну, пересадить. И я даже задумаюсь над тем, может быть, мне поделить кустики, сделать немножко, ну, наполовину меньше. Ну, вообще я не могу нарадоваться. Я хочу сделать в этом году, вам открою такую тайну, ручеек из лобелии. Водопадик и ручеек с синей лобелии. А вот это у меня сиреневая лобелия. Она была посажена 13 марта. И вот такая на сегодняшний день она, 13 дней. Вот в таком состоянии она. Петуния, которая была посажена 6 марта. Вот тоже такая хорошенькая. Надо ее уже распикировать. Единственная петуния, которая у меня хорошая в этом году. И нормально взошла, и никаких проблем. И вот здесь еще сухоцветы. Нет, здесь вербены нету. Здесь одни сухоцветы. И вот это статица. Это все было посажено 13 марта. Вот. Я написала статица, но оно не статица. Оно там по-другому немножко называется. Досветка у меня самая обыкновенная. Дневного света. Вот такие обыкновенные, как говорят, лампы, ну, стандартные. Две лампы у меня, и вот на самой нижней полке, где стоит у меня лобелия, здесь вообще никакого света нет, дневной, ничего не попадает здесь. И я утром в 7 часов утра включаю вот этот дневной свет, и в 10 вечера я ее выключаю. В этом году я очень мечтала о фитолампах, и я видела, у нас продается в интернете, смотрела, продаются вот эти фитолампы. В интернете такой большой выбор, что не знаю, что выбрать. А в магазине у нас вот как третья часть обыкновенной, стандартной дневного света, вот третья часть той лампы. Они стоили по 50 долларов. Ну, одну я себе могла позволить купить, но так как одной мне мало, рассаду у меня много, надо мне много их, ну, хотя бы 4, а то и больше. Ну, это как бы получается такая крупненькая сумма. И пока в этом году я так и не рискнула их купить. Ну, из-за финансов. А вот сейчас я стала и задумалась, а может быть и не стоит их покупать так дорого. Вот эти обыкновенные, они дневного света, только они светодиодовые лампы, не люминесцентные, а просто обыкновенно светодиодовые дневного света.
И лабелия очень мне нравится, очень хорошая. И они стоят вот такая большая, обычная, стандартная лампа, самая большая, которая есть, $20. Это с каркасом, как бы вот, светильником вместе. А если брать только одни лампы без светильника, они вроде бы как по $5. Ну вот я и думаю, это же все-таки бюджетнее и дешевле. Может мне просто на следующий год купить еще 4 штуки и просто такую подсветку сделать. И будет бюджетно, и тоже неплохо растут. Ну посмотрим. Мне нравится, мне очень хочется фитолампы. Я ничего против них не имею. Я мечтаю о них. Но так как они стоят не очень-то дешево, я задумываюсь. Может быть, одну я приобрету, одну или две, не больше. А остальные вот такие просто обычные светодиодовые дневного света. Ну все, дорогие друзья, всего вам хорошего. Благословений вам, теплого лета, весны и урожайной осени, и мира нашим домам.